можно сейчас сказать о том, что Нави должны играть в финале. Ну, вторая, понятно, окей. Это правда. Вторая вторую команду довольно сложно было бы выделить вот именно по тому материалу, который мы уже получили. То это G2. Нави G2, да. Да, возможно. Некоторые, вижу, вот зашел в наш чатик, здравствуйте всем еще раз, пишут Нави Энтропик. Нави Копенгаген Флеймс. Как тебе вариант такой? Я понял, но это гэмблеры. Это гэмблеры? Те, кто гэмблят, да. Слушай, Копенгаген Флеймс все-таки очень хороши на этом турнире. Да, но они не выйдут в финал мажора. Давайте называть вещи своими именами. Клип. Нужен клип, друзья. Клип. Да, но они не выйдут в финал мажора, и потом у тебя личка вся будет заспамлена, если они все-таки это сделают. Не выйдут, нет.